В общем, мы зашли на выставку. Какой розовенький! Так, а у нас F6. У нас сегодня первый день выставки. Мы тут ходим, бродим, общаемся. И сейчас время... Ушли мы в 10 на выставку, сейчас время 2:30, поскольку мы оставили Трампа и его новую подружку-собачку дома вдвоем, не разделив их по комнатам. Я решила сейчас сходить быстренько, поскольку мы живем не так далеко от нашего выставочного центра. Я решила сходить, проверить, как там эти сладкие кабачочки поживают. Потому что я, конечно, переживаю. Трампом там ничего не случилось максимум. Он бы, наверное, накакашил или написал где-нибудь. А вот с учетом того, что он с другой собакой так долго вместе один находится, я переживаю. Поэтому вот да, сейчас пойду проверю и вернусь. На выставке классно, на самом деле. Я первый раз на выставке где-то за границей, не в России. Поэтому мне все очень интересно. Я хожу там, общаюсь, всякие маркетинговые штуки подсматриваю. Мне очень понравилось тоже русских, кстати, чувачков. Игрушка там нужно было в паре зажимать кружочки и смотреть, когда погаснет одна из палочек. Вот как только она гаснет, нужно будет палочку, которая погасла, схватить и потом 3 таких раунда провести. Ну вот кто выиграет по итогам 3 раундов, тому давали приз. В общем, я выиграла приз за оперативность реакции. И вот. Но чтобы поучаствовать, кстати, изначально девушка давала распечатанные хэштеги, QR-коды на LinkedIn и Instagram. И нужно подписаться, чтобы поиграть и получить приз. И вот это крутая штука, потому что, ну, тебе ничего не стоит подписаться, потом ты забываешь отписаться, а кто-то и не забывает, а просто не отписывается. Ну, в общем, это классная история, чтобы повысить количество подписчиков. В общем, подсмотрю, тут всякие такие штуки, очень много всякого классного мерча. Тоже его смотрю и изучаю. Классно так. На каждой улице, причем с двух сторон, есть выделенная дорожка для велосипедов, самокатов, скейтов, там всего чего угодно. И, пожалуйста, катайсь. Очень много на велосипедах, на таких, ну, каком-то транспорте с ножным приводом. Здесь народ катается. Смотрите, какие балконы. Я просто фанат испанских балконов, барселонских. Красивые, кованые, причем они, похоже, тоже здесь кованые заборчики. И вот этот вот винтажный застекленный кусочек на обоих этажах. Это, конечно, что-то потрясающее. Это невероятно красиво. Ой, мама мия. В общем, сервис по выгулу домашних животных в действии. Идут двое гулять. Трампи, ты опять там? Фу! Трамп завел моду залезать под заборную стройку, там откладывать личинку, и даже убрать ее невозможно. Короче, с чем мы столкнулись? Сейчас после выставки мы решили поехать на берег, на побережье, чтобы поесть в рестике всей толпой.
и взять с собой еще и собак. Но проблема в том, что здесь нет в такси опции типа pet-friendly. А когда писали комментарии, такси просто не отвечало. В общем, мы решили выйти на улицу, поймать такси. Тоже распространенная практика. Первое такси отказалось. Сразу, как только увидела собаку, типа собака за бортом. Второй сказал окей. Но через 3 минуты после того, как мы тронулись, он разорался, что нет, собака портит ему машину. И высадил нас. Никакие уговоры не помогли. В общем, короче, нам пришлось вернуться до дома, посадить Трампа дома, чтобы он тусовался. И идем обратно ловить такси, потому что нашего дома такси заказать невозможно. Там везде стройка. И, в общем, это полный аут. В общем, мы сходили, покушали всей нашей тусовкой. И время сейчас 12:30 в Барселоне. В Москве, получается, 1:30. И мы прошлись немножечко по территории порта, посмотрели катерочки. И сейчас пытаемся поймать такси до дома. Такси показывает 7,5 евро. Но что Uber, что тут местный агрегатор такси не находят машин. Мимо нас ездят такси, их тоже можно поймать. Один остановился, но, видимо, какой-то такой, типа, рассчитанный на туристов. Такой, типа, вам куда? Мы говорим, куда? Он говорит, что 25 евро. Мы говорим, нет, типа, Uber, он показывает 7. Он такой, ну, ладно, не повезу. То есть, как бы, они тоже нормально себя чувствуют и пытаются развести туристов, поэтому нужно быть аккуратнее. В общем, сейчас мы еще подождем немножечко поиска такси. И пойдем в сторону метро. Надеюсь, оно еще работает. Потому что, ну, это какой-то зашквар. В общем, я что-то с таксишками в Барселоне как-то очень расстроилась. И ситуация с собакой, конечно, тоже так себе. Потому что, ну, вообще непонятно, как ездить на такси с собакой. Видимо, нужно как-то тут погуглить. Может быть, какие-то определенные виды такси или что-то возят людей с собаками. Ты его забукил? Кажется, сейчас мы поедем на мопеде. Какой-то ебайк. А это велосипед, по-моему. Ебайк, да? Ебайк, это велосипед. Так, кажется, нас ждет то ли велосипед, и я поеду на багажнике или на раме. Крутить педали после выпитого винишка тяжело. Либо мопед. Я тоже не знаю, как мы поедем, потому что... Ну, вот он. Ник выпил. Да, ну ладно.